Ага, открылась. Значит, водопады и гора. Есть. Слушай, чтоб ты знала, Натан Дрейк исчез с радаром. О нем можешь больше не беспокоиться. У меня были сомнения. А почему ты согласилась? Дареному коню в зубы не смотрят. Особенно сейчас, когда все только и ждут его права. Понимаю. Но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от тебя многого, их гораздо проще удивить. Но все-таки это жестокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. Всегда работаешь одна? Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь, и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала. Смотри, там, на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Фрейзер, сюда, смотри! Что? Что там? Обезьяны! Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Ну все, едем дальше. Гляди, трезубец Ганеша. Это я тоже в башне видела. Ганеша, сокрушитель преград. Ворота взяли? Пока нет. Я тебя Идем к Кобру 8. Пока можно, будем действовать. Это еще что? Никого.
А сколько их там вообще? Несколько. И на крыше еще, видишь? Вон там. Для чего они? Не знаю. Не трогай. Пусть босс сам разбирается. Один из наших мертв! Оружие к бою! Найди их сейчас же! Все, мы от них ушли. Что ты здесь? Давай, выходи. Кого? Эй, слышишь меня? Фрейзер, будь начеку. Все, сектор чист. Нет, не то. Не так. В чем фокус? А что? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать. Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. А что насчет тебя? Два есть. Вот еще одно. Уже три. Нашла. Осталось последнее. И последнее. Готово. Ладно, возвращайся к той большой штуке. Большой штуке? Ну, как это называется у археолога? Ну, пусть штука. Точно. Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. Вот наш кран. А теперь, наверное, это должен быть трезубец. Умно. Thank you.
это немного сложнее. Это Ганеша. Добрый день. Ну что, давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава? Ты издеваешься. Конечно, я издеваюсь. Ну вот. Что, мне даже жаль, что там не лава. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать бивень. Дело в том, что бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что бивень — это даже нечто большее. Что? Твой отец искал бивень? О, бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду. Это... забавно. Последняя остановка — крепость на горе. Это та, что с топором. Вот откуда у тебя акцент. Да. Фрейзер — это же не индийская фамилия. Она мамина.